Номер 9 за 14 год от издателя. В сентябре луна рекомендует. Сентябрь прошел. Так, приметы и особенности сентября. Переход лета в осень происходит в молодое бабье лето, которое тянется с 28 августа по 11 сентября. Если на сухое, теплый день ненастья в старое бабье лето, которое продолжается с 14 по 21 сентября. Так, ну что, познавательно-практически. Как раз в сентябре у меня день рождения, и вот я в 14 году, это как раз мне было 60 лет, юбилей, можно сказать, полный цикл прожил. И вот я о себе любимом, дорогом и обожаемом написал статью. Мои родители, царство им небесное, сегодня только на кладбище был, там могилку брал. Жена, единственная любимая. Вот, это я когда занимался спортом в юности, теперь 21, 22, 23 там года, 4-5, в 5 где-то уже и закончил. Вот, рвал, было дело, спина, лучший результат 160 килограмм так вырвать, это вам не ухты с бухты. Аттестат, как я учился в средней школе. Мое удостоверение мастера спорта СССР. Видите, какой такой. Ну, примерно как сейчас. Только моложе. Далее, что у меня тут было? Окончил институт. Наш такой центральный орден Ленин, институт физической культуры и спорта. Высшее образование. Вот мои отметочки, можете посмотреть. Пятерки и четверки. Госэкзамены я сдал на пятерки. Так, теперь тут, видите, сижу, изучаем, пробуем, потом описываем полученный опыт. Вот так и живу. Сколько компьютеров уже поменялось? Все устаревает. Вот, теперь у нас пошла. Ну, это. Начал заниматься я оздоровлением, видите, я закаливаюсь в снегу, закапываюсь, как раз рассказываю, что и что, пальчик поднял, о. Был я вот таким вот, видите, могучим дядькой, поднимал большие веса, теперь вот. Тоже кое-что поднимаю. И началось у меня работа на Первом канале. Пригласили. Туда не попадешь без приглашения. Вот ведущий. Видите, я тут какие кренделя делаю. Лотос. Елена Проклова. Прекрасно мы с ней вели. Диплом о том, что я академик народной медицины Узбекистана Малах Алгнай Петрович. Особенно почетно. Далее издаются мои книги, миллионные тиражи моих книг на книжной ярмарке в Москве. Дело хорошее, Фарид Габдулович стоит, Владислав Ильич Крылов, самый первый издатель в Петербурге это Лисовский Петр Петрович. Всяко получилось с ними, с издателями. Ну,
особо я не держу теперь зла, хотя раньше было не так-то просто совладать с этим вопросом. А, видите, в 92-90 годах, это приблизительно, я был в Днепропетровске, Украина. Там продавались мои книги, приезжал с лекциями. Было дело, видите, как я тут молоденький. Ну, тогда вот этот здоровый образ жизни, он набирал обороты. Вот так выглядит дом, который я построил. Вот нахожусь я вот здесь, вот мансардный этаж. Это мой рабочий кабинет, это спальня. Первый этаж — это столовая с кухней, там такое. Первый ведущий, с которым я вел передачу, был Андрей Малахов. Наши герои. Видите, с ними я не только вел программу, но и учился у них. Приходили целители, специалисты, врачи. Несли много-много хорошего. Без редактора программы не будет. Вот он, редакторский состав, куда он делся. Мария Петрицкая, продюсер программы «Малахов плюс», без нее никуда. Именно она, честно, откровенно скажу, я пришел, да, я что-то смыслил в оздоровлении, но в телевидении я был ноль, поэтому учился у нее, она меня учила, и благодаря ей, я так и подчеркиваю, я стал ведущим. Вот такие вот были дела. Никогда не думал, что буду вести вместе с Ангелиной Вок программу «Доброго здоровица». После того, как я ушел с программы «Малахов плюс». Там были свои особенности, я не хочу о них распространяться. Но потом позвали: «Доброго здоровица, пожалуйста». Прекрасно мы с ней вели. Ну вот, видите, такой я не дорос все-таки, да, Останкино. Рос, но не дорос. Но ничего. Вот, завтра опять поеду. Вот такие. Такие были у нас герои. Они тут сами вышивали иконы. Очень интересная вещь. «Судьба и карма», написал такую книжечку, многим понравилось, хорошие отзывы были. Ну, потом. Всему свое время. Прошли книги, я-то думал, что мои книги будут идти. Однако меняется, я должен сказать, знания-то, которые изложены в них, по-прежнему работают, но народ оболванен через телек и думает, что его вылечат. Пожалуйста, лечитесь. На здоровье. Да. Переход, значит, у нас от нашего, так сказать, развитого социализма к капитализму оказался такой, знаете, махровый. Так, вот я тут как раз разбираю «Судьба и карма», показываю, что получилось. Массажные вакуумные банки. Должен сказать, дело весьма хорошее. Но надо регулярно заниматься. Ну, это уже пошла реклама. Еще разок скажу, что я сам не продаю все эти вещи. Ну, есть у меня сын, который занимается интернет-магазином. Сначала все это началось с моих книг,
Далее книги перестали продаваться особо, и он перешел вот на все вот это вот. Ну и продолжает делать. А я ему по мере сил, возможностей помогаю.